Всем привет, с вами я, Лайк Малинкин. И сегодня я отвечу на вопросы, которые вы задавали мне на ask.fm. Я выбрала самые крутые вопросы, которые мне понравились, которые неординарные. И также я вас попрошу задавать больше вопросов. Я буду на них отвечать с их видео. И думаю, вам понравится. Так что поехали. Итак, первый вопрос на сегодня это... ты любишь лизать кактусы? Конечно, да. Блин, как же без лизания кактусов? Что? Это же кактусы. Итак, следующий вопрос. Как ты относишься к девушкам с веснушками? Ну, вообще, девушки с веснушками, они очень милые. Ну, как бы, они такие все в веснушках. Ну, мне, в общем-то, нравится, да. Итак, следующий вопрос. Что тебе нравится и не нравится в нашем городе? Ну, в городе Ижевске мне вообще, по идее, нравится все. Да, я только что была в кадре моя нога. Я сижу в шортах. Вообще насрать. Да, так, ответ на вопрос. В нашем городе, ну, в Ижевске мне нравится то, что тут много хороших людей, но они нравятся то, что все относятся друг к другу как, ну, не знаю, нет общих компаний, и он не дружный город, это по моему мнению. И еще... Да, и эмигрантов, вот. И вообще я к ним отношусь с подозрением, потому что как, куда не ходишь. И поиграй на мой балалайка. Следующий вопрос. С кем ты чаще всего общаешься? Ответь в видео. Ну, с кем чаще всего общаюсь, это их несколько, правда, ну, они как бы мне еще не близкие друзья, но многие из них близкие. Да, скажи непонятную чушь, и вот. Да, близкие друзья у меня вот... Четыре я называла уже их в первом выпуске. Это Даша Малвин, Алина Шавалиева, Наташа Субботина, Александр Чукавин. А, ну, как друзья недавние, это Арина Миронова, Соня, да. А вот потом, кто еще? Анастасия Холод, да, Лола Царь. Ну, с Лолой мы уже знакомы давно. Также она записана Кира ВКонтакте. Так, следующий вопрос. Ты легче переносишь холод или жару? Ответь видео. Вообще, очень остроумно копировать вопросы от Аска и пересылать их заново и спрашивать одно и то же, да. Но я уже ответил, что я легче переношу жару, потому что, ну, как бы, не знаю, в Сибирь я еще не ездил, ну, а так, в жаркий стран, типа Египта или Турции, то там... Надеюсь, что... Следующий вопрос. Ездил ли ты в Сосновый? Когда? И пойдешь ли еще? Ответь видео. А, да, ездил, это было в 2011 году, там познакомились с Шевалиевой Алиной, те, кто не знает, это она находится у меня в сёстрах, такая, короче, крутая чика, да, вот, когда я уже ответила, и поедешь ли ты еще, ну, скорее всего, да, мне там понравилось, там крутые тетки, которые в столовой, да, вот, так что да. Следующий вопрос. Много завистников от анонима. Завистников много. Почти каждый день какой-нибудь мудак мне пишет ВКонтакте, типа, «Йоу, давай разберемся, я тебя порешаю, чувак. Выходи завтра около магнитов 2». Всем насрать, и мне в том числе. Итак, следующий вопрос. Даже не вопрос, а утверждение. Он звучит так. «Снимай побольше видео, но не только про АСК, ладно?» Вообще, я буду снимать... видео, это как я гуляю с людьми и про АСК, вот, потому что кому-то нравится, наоборот, больше про АСК вопросы, когда я отвечаю в видео, когда ваш вопрос попадает в это видео, а кому-то больше нравится про, ну, короче, как я гуляю с друзьями и все мои эмоции, которые происходят на камеру, вот. Следующий вопрос. Даша и Наташа твои одноклассницы? Если я думаю про Субботину и Мелвин, кстати, да, Субботин пишет через 2 «Б», это для неграмотных, кто написал вопросы с одной «Б». Вот. Да, блин, нет, они не мои одноклассницы, потому что Наташа учится в 10 классе, я учусь в 9 классе, а Даша и Мелвин учатся в 7 классе, и к тому же мы учимся в разных школах. Я не буду называть цифры. Да. Следующий вопрос, точнее, тоже не вопрос, а утверждение, которое я выбрал чисто случайно. Он звучит так. Мне вот нравится, точнее, интересно смотреть твое видео и на тебя полюбоваться. А еще у тебя голос милый. Ой, ну перестань. Спасибо, дорогая.
Следующий вопрос звучит так. Закончи фразу. Я никогда не выхожу гулять без денег, ключей от квартиры, телефона. И без одежды тоже не выхожу. Шутка, ну. Следующий вопрос. Как ты относишься к Сергею Звереву? Да мне насрать. Вообще не понимаю людей, которые ненавидят Бибера или Желудя. Что они вам сделали? Просто из-за внешности чисто. Я не знаю, почему нельзя любить человека за внешность. Дальше будет вопрос на ответ, который почти волнует всех. Наверное, все женское население моих видеозаписей на Ютубе. Вот, вопрос звучит так. Я смотрела твои фотографии и подумала, почему у тебя девушки нет? Трудом верится. Ну, вообще, у меня нет девушки, потому что сейчас почти все курят, пьют и занимаются чем попало. По крайней мере, у меня есть знакомые, которые нюхают всякую дрянь и чуть уже не колются, извините за такое выражение. Еще, ну, кто-то просто по характеру мне не очень нравится, поэтому вот, пока я не нашел свою единственную и неповторимую. Да, надеюсь, что ответил. Вот самый крутой вопрос на сегодня. Когда лежал в больнице, появились новые друзья? Вы издеваетесь? Больница для 40-летних мужиков. Какие друзья? За 70? Спасибо. Итак, следующий вопрос. Боишься ли ты Геа? Ответь в видео. Итак, следующий вопрос. Точнее, не вопрос. Ну, хотя... Да, вопрос. Любишь ли ты кенгуру? Они же такие нявки. У них есть мешок, и они прекрасны. Ведь и прыгать умеют. Это так круто, да? Пожалуйста, не пишите мне такие вопросы под буквой «ф» при фете, как деливки. Это убого. Не делайте так. Спасибо. Ну вот все, вопрос-ответ подошел к концу. Точнее, вопрос Аска. Ставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал внизу. Пишите мне новый вопрос на Аск. Мне будет очень приятно их почитать. Как бы ответить на них, вот. Да, также пишите комментарии и ждите новых видео. Пока.